Прощай, зима, привет, весна. В Чебоксарах продолжается масленичная неделя. Народные гуляния проходят на различных площадках, парках и скверах. Где пекли блины сегодня, узнавала наша съемочная группа. Совладать с таким видом транспорта удается не каждому. По соседству испытания не легче. Бег в мешках и перетягивание каната. Такие интерактивные площадки расположились в сквере в Новоюжном районе Чебоксар. Тут так много народу, все очень радостно играют, прыгают, играют в разные игры. И даже те незнакомые перетягивают канат, играют в хоккей мячами. Без хоровода и масленица не масленица. Под русские народные песни в одном круге танцуют и дети, и взрослые. Ну и какая же масленица без ее главного символа – блинов. Здесь блины жарятся вот на такой вот большой сковородочке. Посмотрите, буквально несколько секунд, и блинчики готовы. Можно уже попробовать? Да, можно, пожалуйста. Давайте. Блины символизируют солнце, и поэтому их пекут на масленицу. Этот факт знают многие. А вот как обстоят дела с днями масленичной недели? Сегодня 5-й день празднования масленицы. А вы знаете, как называется этот день? Где у нас 44-й школа? 5-й день? Нет, не знаю. Пятница? Ой, я не знаю ничего, я не могу сказать. Какой веселый праздник! Мы прощаемся с зимой и встречаем прекрасную весну. Пятничная. Заловка? Нет, тещин. А что вы этот вечер делают? Ну, к теще в гости ходят, блинами угощают. Но точнее будет наоборот. В этот день в гости к зятю ходит теща. И называется он «Тещи на вечерке». А вот главный символ праздника гости назвали без труда. Здесь даже прошел конкурс на лучшее чучело масленицы. Все 16 участников, это детские сады и школы, получили грамоты и сладкие подарки. Это школа 38? Да! Серьезно, какие вы еще маленькие, пожалуйста! Масленица такого масштаба проходит в микрорайоне впервые. Интересно, видите, сколько народ собралось. Потому что обычно на заливе туда далеко ехать. С маленькими детьми не поедешь. А сюда запросто. Самая зрелищная традиция масленичных гуляний – сжигание чучела. Это делают в последний день недели. Но здесь решили не дожидаться воскресенья и встретить весну немного раньше. Татьяна Леонтьева, Атнер Корсаков, Республика.